Шумно и ярко угличане отметили День молодежи. Праздник энергичных, активных ребят, всех, кто любит движ и кураж, состоялся в парке детства. Добрый вечер, молодежь! С праздником вас! Уже сегодня вы талантливы. Вы проявляете чудеса в спорте, в искусстве, в пении, в танцах. Вы самые первые в волонтерском движении. Вы самые первые в движении «Мы вместе». Вы помогаете ветеранам. За это вам огромное-огромное спасибо. Будущее в ваших руках. Дерзайте, мечтайте, добивайтесь всего, что вы желаете. Любви, удачи и, самое главное, мира. С праздником, молодежь! Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так отпускай. На скейт-площадке проходил фестиваль «Граффити. Ярче углич» с участием представителей Ярославского творческого объединения «Юник». После их работы скейт-площадка заиграла новыми красками и стала более привлекательной. Хочется сегодня всех поздравить нас с таким замечательным, ярким, позитивным днем в году. Это День молодежи. Молодым людям хочется пожелать, конечно же, в жизни идти до конца, идти к своей цели, никогда не останавливаться, не отступать. Вы конструкторы своей жизни, и все в ваших руках. Дорогие угличане, всех вас с праздником! Здоровья! Организаторы праздника, специалисты молодежного центра «Солнечный», приятно удивили гостей. В парке было организовано множество различных площадок. Семьи с детьми участвовали в фестивале забытых игр и вспоминали всеми любимые дворовые развлечения. Классики, вышибалы, сломанный телефон и другие. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура животного на месте замри. Что тебе здесь больше всего понравилось сегодня? Мне музыка. Музыка? Да. Танцевал? Да. Играли, катались на самокатах. А мне понравилось, как поют певцы. И понравилось делать поделки здесь. А чего это ты на лице решила? Решила на лице нарисовать себе бабушку. Она очень красивая. Чтобы еще лучше настроение, да, было? Сегодня же праздник. А что за праздник, вы знаете? День молодежи. День молодежи. Вы чувствуете, что это и ваш праздник тоже? Да. Весело, народу много, дети гуляют, все гуляют, едят. Наверное, даже лучше, чем в центре города. Там ни туристов, никого. Свободно, дети пристроены, родители тоже. Мы планируем купить ребенку шарик, поесть, попеть, потанцевать. Ребенок-то маловат, наверное. Шарик не оценит. Мама оценит. О, мы в этом танце завяжем полет. Мои косички вертолет. Твои косички вертолет. Ты бомба гуляла, вонет косички вертолет. Она кайфует и поет косички вертолет. Вечерняя программа была посвящена молодежи более старшего возраста. Представители поколения хэштегов и репостов наслаждались музыкой, танцами и вокалом участников фестиваля молодежного творчества. Сделай громче. В прошлом году у нас был в сентябре пилотный проект, фестиваль «Сделай громче». Это фестиваль выиграл грант и финансирование из области. И в этом году мы не стали нарушать традицию, фестиваль «Сделай громче» приурочили к Дню молодежи. Но, конечно, еще усилили его и добавили много интересностей. Можно было нанести мехенди, сделать маленькую куколку,
сделать портрет семейный из ладошек, раскрасить свою футболку, сделать на ней красивую интересную надпись. Самое главное, что чисто, культурно, очень нравится. Не как раньше у нас было все. Раньше эти дни молодежи проходили с большим количеством пьяных. А сейчас, вы посмотрите, вот мы ходим и любуемся. Нету. Меня уносят назад эти картинки, где спрятаны в песнях все чувства мои. Белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая, никак не отпускает меня. Хочу вам пожелать счастья и здоровья. И учите правила дорожного движения, потому что лет через 10, 15, 20 вам дадут порулить, и вы встанете во главе России. С праздником, друзья! В Угличском районе много талантливых молодых людей. Они поют, танцуют, рисуют, занимаются спортом. Участвуют и побеждают в различных конкурсах областного и всероссийского уровней. В День молодежи многие из них продемонстрировали свои способности. Там на повороте, не тормознете, звук услышите и дверь найдете. Туда войдете и под музычку, под нос себе немножечко свистя затанцуют. Море положительных эмоций, драйва, зажигательных танцев и песен подарили угличанам гости из Ярославля. Популярные творческие коллективы Дворца молодежи. Очень нравится атмосфера здесь, очень классно, очень дружелюбно, очень классные организаторы, которые всю эту атмосферу создают. Супер, что в каждом городе для молодежи можно найти такие движовые мероприятия. Интересно всегда посмотреть, что в других городах, какие люди, это классно познакомиться, возможно, даже потому что публика всегда реагирует очень классно. Без помощи не обошлось, и нам очень помогли. Спасибо большое Угличкабелю, который нам выделил финансирование. Спасибо Управлению культуры. Мы вошли с нашим мероприятием в проект «Яр лето», и это позволило нам привести кавер-группу. Спасибо нашему Управлению, что мы все-таки решились, и за такой период времени, продолжительные перерывы, мы бахнули День молодежи, который, я надеюсь, всем понравится. Снецов конвертик положу, в нем тебе три слова напишу. Танцуй без меня, целуй не меня. Танцуй без меня, целуй не меня.